В общем, кто знает, как по-немецки будет чирик-чирик? Правильно. Кьюит, кьюит. Ну, я, если не получится танцевать, приглашаю всех дорогих друзей просто с нами почирикать. Вот, когда я это буду делать, вы тоже можете с нами делать так. Кьюит, кьюит. Давайте попробуем. Кьюит, кьюит. О, отлично, здорово. Вот. А песня вот про что. Вот если вы знаете сказку «Крошечка-хаврошечка», то на самом деле эта сказка была нагло похищена у братьев Гримм. И братья Гримм написали такую версию, что, значит, вот, ну, жила девочка хорошая, ее взяли, съели, косточки зарыли, из косточек выросло дерево. И дерево это, в дереве поселилась птичка, которая мама говорила... Мама съела. Кювит, кювит, да. Вот, слова, в общем, там такие. Mein Vater, der mich aß. Это значит, мой папа, который меня съел. Папа съел. Да. Mein Mutter... нет. Mein Mutter, der mich schlag, моя мама, который меня убил, mein Vater, der mich aß, папа, который меня съел. Meine Schwester, die Marlenischen, sucht eine meine Beinischen. Моя сестра Марлен ищет мои косточки. Ну вот, а в них, из них выросло дерево, и там все чирик-чирик. В общем, извините, что я долго разговариваю, мы сейчас споем. Make it.
Спасибо.